До чого нам готуватися? Будемо зараз розпитувати в суспільного діяча. Президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус долучається до нашої фірми. Моє вітання. Добрий день вам, пане Борисе. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Добрий день, дорогі. Я рад бути в вашому ефірі, прекрасному ефірі. І поздравить вас теж. Це наша спільна перемога. Дякуємо. Вітаємо вас навзаєм, пане Борисе. Зізнавайтеся, святкуєте? Да, во-первых, друзья мои, очень трудная была победа, это было нелегко. Почему? Потому что все средства информации практически, кроме, пожалуй, Нью-Йорк Пост, Fox News и Wall Street Journal, были на стороне Трампа, а вот начиная с европейских каналов, там начиная Financial Times, например, и BBC, а у нас тут и Washington Post, Нью-Йорк Таймс, и, знаете, многие другие, CNN, NBC и так далее, все были за Харрис. Слава тебе, Господи, победил не только Трамп, но и победил Конгресс. Обе палаты, друзья мои, это о многом говорит. Теперь смотрите, мы почему поддерживали Трампа? Трамп всегда говорил, что войну надо заканчивать в Украине справедливо. И на последней встрече с Зеленским у нас в Нью-Йорке, в здании Трампа, он четко сказал самую главную мысль. Если даже и будет сделка, то она не будет против национальных интересов Украины. Это были слова Трампа. Вот этого мы ждем. Дай бог, так оно и будет. Но, ведь Трамп будет президентом аж 20 января будущего года, друзья мои, у нас еще 3 месяца до этого, а народ погибает в Украине каждый день, значит, это Харрис и этот Байден еще будут до 20 января. Мы не можем сейчас успокоиться, радоваться, о, Трамп победил, все, мы... Нет, мы выиграли битву, но не войну. А чтобы войну выиграть, надо уничтожить путинский режим. Это может сделать только Украина, украинская армия, украинский народ. А Трамп собирается в этом помогать, пане Борисе? Ну, потому что, так, мы физически воюем, но нам для этого нужна зброя и поддержка. Правильно. Вот этим поможет Трамп. И мы не сложили руки. Радуясь, Трамп победил, этого мало. Теперь мы будем лоббировать с тем, чтобы Трамп делал то, что он обещал. Победу Украины. И он это должен сделать. Это первое. Но пане Борисе, я якось не пам'ятаю, що він обіцяв перемогу України. Він казав так, війну треба завершити, він збирається це робити швидко, але він якось не говорив дуже чітко про перемогу України. Він навпаки говорив про те, що Путін його друг. Да, он всех называл друзьями. И Путина, и Си Цзиньпиня, и Кима называл другом, друзьями. Но, как говорят у нас, он мягко стелил, но жестко было спать. Вот так он делал. Я много раз говорил и у нас с вами в эфирах, что именно Трамп, вы знаете, объявил санкции против Северного потока 2. Это был Трамп. Именно Трамп сделал все возможное, чтобы цена за баррель нефти была снижена со $120 до $40. Это был Трамп. Почему он говорил, что Путина надо задушить экономически? Тогда войны в Украине не было. Он тогда еще говорил об 16 по 20 годы. Это был Трамп. В 16-м году сегодня... война в Украине уже была, потому что аннексия Крыма началась с 2014 года. Правильно, но войны открытой не было. Была гибридная война против Украины. Донбасс тоже в то же время было, я согласен с вами. Оккупированный Крым был. Но такой открытой агрессии, какая имела место 24 февраля 2022 года, не было. Поэтому сегодня другие подходы к этому. Трамп сделает то, что он обещал. Он остановит войну в границах 91 года, первое. И второе, не менее важное, он решит судьбу иранского аятоллы, который лично угрожал Трампу. Трамп это не прощает. Недавно у нас был арестован пакистанец, посланный Ираном к
который честно признался, что он приехал убивать Трампа по заданию Ирана. Это о многом говорит. Это личное его отношение. Я не говорю о том, что именно Иран один из тех, кто принимает участие в войне на украинской земле. Именно Иран. Я не говорю про Ближний Восток. Вы посмотрите, что делается. Да, Трампу попало ужаснейшее наследие. Не так просто решить все эти проблемы. И я не думаю, что он сможет за короткое время все проблемы, свалившиеся на нашу страну, решить. Но главное – это война в Украине и на Ближнем Востоке. Это он решит, мы в этом не сомневаемся. Но, опять-таки, я возвращаюсь к сегодняшним дням. У нас еще 3 месяца до Трампа. Это очень долго. У нас народ погибает в Украине каждый день. У нас ракеты падают на Израиль каждый день. Поэтому мы должны продолжать давить на этого овоща Байдена, чтобы он выполнял свои обязанности. Дал Украине то, что она просит. Ракеты большого радиуса действия. Система противовоздушной обороны «Патриот». Вот это два компонента. И не связывал руки Зеленскому атаковать территории России. Именно военные объекты. А если нужно, надо бить по Москве. Если он бьет по Киеву, а почему Украине нельзя бить по Москве? Ну, от насправді ми теж постійно задаємося цим питанням, пане Борисе. Дуже хотілося б отримати не тільки відповіді, але й прикладну методичку з того, що ми можемо і маємо право це робити. Будемо сподіватися, що ваш оцей оптимізм, він справді втілиться в життя. Борис Пінкус, суспільний діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана, був із нами на зв'язку.